Друзья, здравствуйте. Сегодня я вновь в тайге. Погода прекрасная. А ведь буквально еще 10 дней назад тайга выглядела совсем иначе. В наших краях весна не имеет классических сроков по календарю. И после метели и морозов температура резко повышается до 20 градусов и выше. И буквально за полмесяца мы из зимы сразу переходим в лето. Следую рябчика. Вот он. Потапыч прошел. Умница, хорошо, молодец, хорошо, умница. Подожди. Молодец, хорошо, молодец, умница. Собаки кого-то нашли. Thank you.
Собаки разделились и лают в разных местах. Снега по колено. Похоже, что собаки нашли лосей. До лосей сейчас 25 метров. Thank you.
Ну бегите, 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 да. Корова и два теленка. Даже бежать не хотят. Хотя меня слышат. Да, это я. Бегите, бегите. Молодцы, хорошо. Хоть именно Норма нашла этих лосей, но после подключения аркана она заметно сбавила обороты и стала реже отдавать голос, а зачастую и отходить. Это свидетельствует о том, что собаки еще до конца не сработались. К тому же, они не выбирают какого-то одного лося и не работают по нему. А каждый выбирает себе отдельно и облаивает его. Будем надеяться, к сезону все это исправится. Обратно собаки возвращаются вместе. Да, Норма, Аркан, идите сюда, молодцы, хорошо, молодцы, умница, хорошо. Хорошо, иди сюда, Норма, молодец, хорошо, на, кушай. Иди сюда, Аркан, Аркан, умница у меня, хорошая Аркашка. Молодец, хороший, иди сюда, на, молодец, хорошо, молодец, умница.